Ну что вы можете сказать? Серия была тяжелая, особенно для нас. Вот. Мы конкретно, конечно, физически не готовы к таким играм. Вот. Не хватает тренировок полноценных и непосредственно командного духа не может собраться хорошо. Думаю, скорее всего, потому что уже более расслабленный, более-менее знает соперников. Вот. По сути, терять нечего, поэтому я думаю, что только из-за этого. Не более абсолютно. Я думаю, наверное, хотели место получше, чем 8-е место в сезоне. Вот. Наверное, рассчитывали первой четверки быть, но команда так не собралась за весь сезон, поэтому получилось как получилось. Это очень тяжело. Честно говоря, я не занимаюсь подбором ребят в команду, поэтому не знаю, почему нет. Может, мало интереса к баскетболу стало. Честно говоря, мне все равно, вот, поэтому такого прям конкретного, конкретной разницы нет. Мне кажется, наоборот, здесь зал даже получше, чем бывший старый зал. Честно говоря, я забыл, что у нас будут утешительные игры, я думал, это последний. Но надеюсь, посмотрим, если как бы никто никуда не разъедется, потому что в команде уже, наверное, средний возраст за 35, и у всех свои дела, поэтому просто сложно даже собираться на игры в последнее время. Вы найдете, что получится, а может и выиграем. Ох, буду, наверное, откровенен, я не видел, не знаю, честно говоря. Я не помню остальных команд. Я проиграл просто полсезона, поэтому я, наверное, не видел большую часть команд. Может быть, кто-то и может на втором месте. Наблюдал только в каких-то коротких новостях, не более. Ну, пару раз смотрел биатлон. За финскую, в первую очередь, ну и за русскую. Да, финал смотрел. Конечно, болел за русских. Ой, не знаю, наверное, молодые слишком. НХЛ не допустил, вот, и не дошли. Ну, по сути, как бы, какая разница, ребята съездили, отыграли. Вот, моя точка зрения, что... Олимпийские атлеты намного круче слушаться, чем российские атлеты. Ну, это по-честному. Намного, как сказать, мощнее, что ли, чем просто как бы команда с России. Ну, вообще он, конечно, крут, потому что когда я узнал, я саму как бы премию не смотрел. Вот, но после того, как я узнал, это, конечно, достижение серьезное. Мне кажется, он, по-моему, единственный, у кого есть Оскар из спортсменов, наверное. Вот. И все трофеи, ну, кроме, наверное, чемпионата Европы, к сожалению. Да, смотрел, нарисовано шикарно. Нарисовано очень хорошо. У меня жена художник, и она была вообще просто в восторге. Нет. Принципиально не смотрю русские фильмы. Да, ну, пожелание, наверное, нам будет в следующем сезоне выступить получше. Вот. А девушек поздравляю всех с 8 марта. Вот. Счастья, любви. Вот, чтобы мужчины вас только радовали, улыбок, и будьте всегда красивыми и умными. 8 марта.